Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такую косыночку крючком. Давайте посмотрим на нее поближе. Я выполнила ее из ниток 4-5 цветов. Все оттенки сочетаются хорошо между собой. Использовала разные нитки. Здесь у меня и пихорка цветное кружево, и ирис. И Анна 20. По толщине эти нитки примерно одинаковые. Я вязала из остатков эту косыночку. Да, крючком я вязала 1,25. Косынка эта универсальная. Ее можно использовать и как бандану на пляж, например. Если связать ее цветом, подходящим под купальник или под какое-то летнее платье. Парео. Также такую косынку можно надевать и на даче. Если связать ее светленькой, какой-нибудь однотонной, можно и в храм также ее покрывать на голову. Хорошо такая косыночка подходит и для прогулок по городу в жаркую погоду. У меня дочка работает сейчас в лагере вожатой. Тоже просит связать ей такую косынку, чтобы гулять с детьми на улице, с малышами. Чем удобна эта косынка? Можно остановиться на любом ряду, связать ее любого размера, можно еще побольше навязать, можно остановиться на каком-то определенном размере. И такая косыночка подойдет и детям, и взрослым. Можно связать ее и маленькой, и большой. У меня размер такой косынки получился, вот по основанию, 56 сантиметров. И по короткой стороне 35. Очень красивая косынка, какая-то в стиле бохо, инди. Мне она очень нравится. Здесь много интересных узоров разных. Это очень украшает изделие. Если вам понравилась такая косыночка, ставьте большой пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Присоединяйтесь, и в конце видео мы с вами свяжем такие очаровательные косыночки, банданы. Итак, делаем начальную петлю. Вяжем первый ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 3 петли нам заменяют начальный столбик с накидом. Еще одна воздушная петля. Арка. В первую петлю провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные. 1, 2. В эту же петельку провязываем еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 1 воздушная петля и столбик с накидом последний в эту же петельку. Итого мы сюда провязали 8 столбиков. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Начальный столбик с накидом. Разворачиваем вязание на другую сторону. 1 воздушная петля. Еще арочка. Накид. И теперь в арку из одной воздушной петли. Вот после первого столбика провязываем 3 столбика с накидом. 1 воздушная петля. В следующую арку из 2 петель вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2,
3, 2 воздушные. Сюда же в эту арку провязываем еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 1 воздушная петля. В следующую арку, вот 3 столбика мы пропустили, арочка из одной воздушной, в нее провязываем 3 столбика с накидом. 1 воздушная петля и столбик с накидом в третью воздушную петлю. 1, 2, 3. Вершину начального столбика с накидом. Второй ряд у нас готов. Вяжем третий ряд. 3 воздушные петли подъема, начальный столбик с накидом, разворачиваем. Воздушная петля, арка, накид. И в эту же вот рядом арочка, которая из одной воздушной, провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Накид. В следующую арку из одной воздушной петли. Три столбика с накидом провязываем. Воздушная петля. В следующую арку из двух воздушных провязываем две группы по 3 столбика. Между ними арка из двух воздушных. Это у нас как центральная ось будет. 2 воздушные и еще сюда 3 столбика в эту же арочку. Одна воздушная. В следующую арку из одной воздушной провязываем 3 столбика с накидом. Одна воздушная. В следующую арку 3 столбика одна воздушная и в третью воздушную петлю подъема провязываем столбик с накидом. 1, 2, 3 в третью петельку. Третий ряд у нас готов. Итак, мы провязали 3 ряда. По такому принципу провязываем еще 3 ряда. Наш треугольник будет увеличиваться, и с каждой стороны будет уже число вот этих групп из 3 столбиков больше. Давайте провяжем еще 3 ряда самостоятельно и встретимся в конце 6 ряда. Ну вот, провязали 6 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот что у нас получается. Всю ниточку я отрежу. Следующий ряд буду вязать другим цветом. Эти кончики потом мы будем прятать вот сюда, когда будем обвязывать этот край. Они у нас хорошо потом спрячутся. Так, беру ниточку белого цвета. Итак, здесь мы закончили вязать 6 ряд. Переходим к другому уголочку и в третью воздушную петлю подъема вершины начального столбика присоединяем нитку другого цвета. Присоединили. Вяжем 7 ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Начальный столбик с накидом. И в эту же петельку, куда мы присоединяли, провязываем еще 2 столбика с накидом.
Итого 3 столбика у нас. В следующую арку из одной воздушной провязываем столбик с накидом. И теперь в следующие 3 столбика вяжем по столбику с накидом. 1, 2, 3. Теперь столбик в арку. По столбику в следующие 3 столбика. Теперь в арку. Итак, вяжем до верхнего уголочка. Здесь встретимся. Провязали последние 3 столбика. Подошли к верхней арке. И в нее провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. 2 воздушные и еще 2 столбика с накидом в эту же арку. Теперь по этой стороне также провязываем симметрично первому краю. Давайте провяжем ее самостоятельно и встретимся. Провязали 7-й ряд. Каждый столбик делали по столбику с накидом, в арку провязывали по одному столбику, в среднюю арку 4 столбика посередине арка из 2 воздушных и в первый и последний столбик по 3 столбика с накидом. Здесь тоже 3 столбика. Всю ниточку отрезаем. 7-й ряд у нас готов. Итак, беру нитки нежно-персикового цвета. Они немножко отличаются. Эти нежно-розовые, но хорошо сочетаются между собой. Так, это у нас лицевая сторона. Здесь мы сейчас закончили. Присоединяем снова с этого же уголочка в третью воздушную петлю подъема. Вершину начального столбика. Присоединили. Вяжем 8-й ряд. 3 воздушные петли, начальный столбик. И в эту же петельку, куда мы присоединяли нитку, провязываем еще 2 столбика с накидом. Это у нас уже стандартное начало ряда. Провязали. 1 воздушная петля. Пропускаем следующий столбик и в следующий, в третий, вяжем столбик с накидом. Воздушная петля. Пропускаем столбик и в следующий вяжем столбик с накидом. Такие клеточки у нас. Воздушная петля. Итак, вяжем. До верхнего уголочка. Провязали эту сторону. У нас получилось вот здесь 3 столбика и еще 14 столбиков с накидом. Между ними арки из одной воздушной петли. Вот последний столбик с накидом у нас пришелся как раз вот на второй столбик. Теперь арочку здесь мы не делаем. В арку провязываем 2 столбика с накидом, формируем уголок, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом в эту же арку. Столбик с накидом в следующий столбик. Воздушная петля, пропускаем, в следующий вяжем столбик с накидом.
И теперь продолжаем вязать зеркально первому краю и встречаемся в конце ряда. Так, провязали восьмой ряд, сделали также в конце 3 столбика с накидом. Вяжем девятый ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Начальный столбик с накидом. Разворачиваем. В этот же столбик провязываем еще 2 столбика с накидом. Накид. Теперь в следующий столбик вяжем столбик с накидом. 1 воздушная петля, столбик с накидом в арочку из одной воздушной, 1 воздушная, столбик с накидом в арку, 1 воздушная в арку, столбик с накидом, такие клеточки. Так вяжем до верхнего уголочка. Провязали последний столбик в арку. 1 воздушная петля. Пропускаем столбик и в следующий столбик с накидом. Воздушная петля. И теперь в арку вяжем 2 столбика с накидом. Две воздушные, 2 столбика с накидом. Воздушная петля. Пропускаем первый столбик и в следующий вяжем столбик с накидом. Воздушная петля, столбик с накидом в арочку. Все, продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Провязали 9 ряд. Вяжем 10, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Разворачиваем. В первый столбик провязываем еще 2 столбика с накидом. Воздушная петля, арочка. Пропускаем следующий столбик и в следующий, в третий, вяжем столбик с накидом. Воздушная петля. Пропускаем теперь столбик с накидом в арку. Воздушная петля в следующую арку. Так, вяжем до конца ряда. Мы уже знаем, как формировать верхний уголочек. Встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последние 3 столбика с накидом. Последний столбик. Ниточку я отрежу. Десятый ряд у нас готов. Вяжем 11 ряд. Также присоединяем с лицевой стороны в третью воздушную петлю подъема вершину начального столбика с накидом. Теперь вяжу ниточкой светло-бежевого цвета. Присоединили 3 воздушные петли, начальный столбик с накидом. Сюда же провязываем еще 2 столбика с накидом. Этот ряд у нас повторяет 7-й ряд. Столбик с накидом, следующий столбик. Следующий столбик, столбик с накидом. Теперь в арку. Столбик с накидом, следующий столбик.
следующую арку, в столбик. Здесь у нас идут сплошные столбики с накидом. Так, довязываем до уголка. В угловую арку также провязываем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. И продолжаем вязать по второй стороне, также столбиками с накидом. Подошли к концу ряда, провязали также 3 столбика с накидом в последний столбик. 11 ряд у нас готов. Вяжем 12 ряд. 3 воздушные петли, начальный столбик с накидом, разворачиваем. В этот же столбик еще 2 столбика с накидом. Провязали. Теперь столбик с накидом в следующий столбик. Накид. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. И в следующий вяжем 5 столбиков с накидом. 1. Сюда же 2. 3. 4. И 5. Накид, пропускаем 2 столбика и в следующий столбик с накидом. Накид, 2 пропускаем, в следующий вяжем 5 столбиков с накидом. Накид, 2 пропускаем, следующий столбик с накидом 1. Вот такие веерочки чередуются со столбиками одиночными. Так, вяжем по этой стороне, дойдем до уголка и встретимся. Подошли к верхнему уголку, провязали веер, потом столбик с накидом. У нас остался непровязанным один столбик. В него также делаем столбик с накидом. Теперь в арку 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика в эту же арку. Теперь следующие 2 столбика по столбику с накидом. 2 пропускаем и в следующий вяжем такой же веерочек из 5 воздушных петель. Вяжем по этой стороне симметрично первому краю. Встречаемся в конце ряда. Смотрите, что у нас получается. Провязали последние 3 столбика. 12 ряд у нас готов. Вяжем 13 ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Разворачиваем. Провязываем сюда еще 2 столбика с накидом. И в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по столбику с накидом. Доходим до арки. В нее также 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. И далее в каждый столбик провязываем по столбику с накидом. В последний также 3 столбика. Давайте провяжем этот ряд самостоятельно.
и встретимся. Ну вот, провязали последние 3 столбика с накидом. Последний столбик. 13 ряд у нас готов. Ниточку я отрежу. Так, вяжем 14 ряд. Присоединяем нитку. Вершину начального столбика к третьей воздушной петле подъема. Присоединили, вяжем 14 ряд. 3 воздушные петли подъема начальный столбик. 1, 2, 3. В этот же столбик провязываем еще 2 столбика с накидом. Провязали. Далее делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в пятый, в следующий, вяжем столбик без накида. Теперь 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И в следующий вяжем столбик без накида. 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 пропускаем. 1, 2, 3, 4, 5. В следующий столбик без накида. 7 воздушных. Так, довязываем до уголочка и встречаемся. Ну вот, первую арку не считаем. Провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 арок из 7 воздушных. Первая арка у нас из 5 воздушных петель. Теперь набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в последний, вот перед аркой, которая у нас, провязываем полустолбик с накидом. 3 петли на крючке. Закрываем за один прием. 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. В следующий столбик, который у нас идет после арки, также провязываем полустолбик с накидом. Шесть воздушных. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Пропускаем 4 столбика. Один, два, три, четыре. И в следующий, в пятый, вяжем столбик без накида. У нас на уголочке получилось 3 арки из 6 воздушных петель. Далее провязываем арки из 7 воздушных, через каждые пропускаем по 5 столбиков, вяжем симметрично этому краю. И последняя арка у нас из 5 воздушных. В последний столбик также провязываем 3 столбика с накидом. Давайте довяжем до конца этот ряд и встретимся. Провязали последние 3 столбика. 14 ряд у нас готов. Вяжем 15 ряд. 3 воздушные петли, начальный столбик, разворачиваем, накид, и в этот же столбик провязываем еще 2 столбика с накидом. Провязали 3 столбика. Далее 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида в следующую арку из 5 воздушных петель. Теперь 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В следующую арку столбик без накида.
Так вяжем арочки из 7 воздушных петель. Встречаемся здесь вверху, около уголочка. В каждую арку провязываем по столбику без накида. Провязали, не считая первой арки. Первая арка у нас маленькая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 арок из 7 воздушных петель. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Следующую арку, она у нас верхняя угловая, провязываем полустолбик с накидом. 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В эту же арку еще один полустолбик с накидом. Пять воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. Все, далее у нас идут арки из 7 воздушных петель. А последняя арочка у нас будет 4 воздушные петли. И на конце 3 столбика с накидом. Встречаемся в конце ряда. Провязали 15 ряд. Вяжем 16. 1 воздушная петля подъема. Разворачиваем. И в этот столбик провязываем 2 столбика без накида. Воздушная петля подъема заменяет нам начальный столбик без накида. Так, в следующий столбик вяжем столбик без накида. В следующий столбик столбик без накида. И в следующую арку столбик без накида. Итого мы провязали 6 столбиков. Далее 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь у нас арочки будут покороче. Столбик без накида в следующую арку. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую. Итак, вяжем до уголка арочки из 5 воздушных петель. Вот, провязали 9 арок из 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Следующая арка у нас угловая. Снова делаем 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. 2 воздушные петли. 1, 2. Столбик без накида в эту же арочку. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Следующую арку. Столбик без накида. Все, продолжаем вязать арки из 5 воздушных, и в конце провязываем 6 столбиков без накида симметрично этому уголочку. Провязали последние 6 столбиков без накида. Ниточку я отрезать не буду, просто вытяну петлю и продену моточек через петельку, потому что следующий ряд я провяжу другим цветом, а следующий через один ряд получается буду вязать этим же цветом, чтобы кончиков лишних не было. Просто вот сейчас затянем. Так, буду вязать. Это мы с вами провязали сейчас 16 ряд. 18 ряд буду вязать таким же цветом, поэтому кончик не стала отрезать ниточку. Итак, присоединяем нитку снова с лицевой стороны. Вот
к воздушной петле подъема, которая нам заменяла столбик без накида. Этот ряд буду вязать ниточкой нежно-персикового цвета, вот таким же. Присоединили 3 воздушные петли. И сюда же провязываем еще 2 столбика с накидом. Мы сейчас вяжем 17 ряд. Так, теперь в следующие 5 столбиков по столбику с накидом. Так, хвостик пока отставим в сторону. 1, 2, 3, 4. Вот он, 5. Долго провязан у меня. Так, все. Один. Два. Три. Четыре. Пять. 5 и 3 в начале, 8 столбиков провязали. Теперь в арку провязываем 5 столбиков с накидом. Столбик в столбик. Пять столбиков в арку из 5 воздушных. Столбик в столбик. У нас идет сплошной столбик с накидом весь ряд. Так, провязываем до уголка в каждую арку по 5 столбиков и в каждый столбик по столбику. Доходим до угловой арочки из 2 воздушных петель и в нее провязываем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом для формирования уголка. Так же, как мы сделали и вот в этих рядах. Вот в этом, так. Давайте довяжем до уголка и встретимся. Вместе провяжем уголочек. Вот подошли к уголочку, к верхнему. Угловая арка из 2 воздушных петель здесь у нас. И в нее провязываем 2 столбика с накидом. Две воздушные петли и еще 2 столбика с накидом в эту же арку. Все, продолжаем вязать симметрично этому краю. Подошли к концу ряда. Я провязала 2 столбика с накидом в последний столбик. Нужно сделать еще последний, третий. Итак, провязываем накид. А следующие 2 петли я закрываю уже ниткой вот этого темно-бежевого цвета. Вот, и буду продолжать уже вязать другой ниточкой. Итак, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Начальный столбик с накидом. Мы с вами начинаем вязать 18 ряд. Поворачиваем на изнаночную сторону. В следующий столбик вяжем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3,
4, 5. В первый столбик мы провязали 1 столбик. Вот эти 3 воздушные петли, это начальный столбик. А в следующий, во второй, 5 столбиков с накидом. Накид. Пропускаем 2 столбика в следующий столбик с накидом. Накид. 2 пропускаем, в следующий вяжем 5 столбиков. Два пропускаем, в следующий вяжем 1 столбик. Итак, вяжем и встречаемся около верхнего уголочка. Провязали последний веерок. У меня их получилось 12. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, теперь столбик с накидом в арку. Две воздушные петли. 1, 2. И еще один столбик с накидом в эту же арочку. Все, дальше вяжем симметрично этой стороне. Также провязываем 12 веерочков и в последний столбик 1 столбик с накидом. Ну вот, 18 ряд у нас готов. Вяжем 19 ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Разворачиваем. И в этот же столбик провязываем еще 2 столбика с накидом. Провязали 3 столбика. Далее 2 воздушные петли. Накид. И теперь на следующих 5 столбиках провязываем сплит из 5 столбиков с накидами. Итак, вяжем первую ножку в первый столбик. Это столбик с накидом не до конца. Накид. В следующий столбик вяжем вторую ножку, накид, третью ножку, накид, в следующий столбик четвертую, накид и в последний, в пятый столбик, пятая ножка. Провязали 6 петель на крючке. Закрываем. 2 воздушные, 1, 2. В следующий столбик вяжем столбик с накидом. Две воздушные. На следующих 5 снова вяжем сплит. Сложный столбик с общей вершиной. 5 столбиков с накидом. Шесть петель закрываем, 2 воздушные, столбик с накидом, следующий столбик, 2 воздушные и снова сплит. Так, провязываем до верхнего уголка. В столбик с накидом, который у нас вот на арочке, также провязываем столбик с накидом. А в саму арку вяжем комбинацию 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. Потом в столбик также вяжем столбик с накидом, дальше сплит. Не забываем делать арки из 2 воздушных петель. Все, встречаемся в конце 19 ряда. Провязали последние 3 столбика. Все, 19 ряд у нас
готов. Ниточку я отрежу. Вот что у нас получается. Следующий ряд буду вязать тем же цветом, которым я вязала вот этот ряд. Этот ряд у нас тоже будет состоять из столбиков с накидом. Они у нас тут идут сплошным. Так, присоединяем к третьей воздушной петле. Вяжем 20 ряд. 3 воздушные петли, начальный столбик с накидом, и в этот же столбик провязываем еще 2 столбика. Так, провязали 3 столбика. Теперь в следующие 2 столбика вяжем по столбику с накидом. Два столбика в арочку из 2 воздушных петель. Теперь столбик в вершину сплита. 2 столбика в арку. Столбик с накидом в столбик с накидом. 2 столбика в арку. Столбик в вершину сплита. 2 столбика в арку из 2 воздушных петель. Так, вяжем по всей стороне, доходим до верхнего уголка. Также провязываем в каждый столбик по столбику. Вот в эти в 3. В арку из 2 воздушных также провязываем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. Разворачиваемся и по второй стороне также вяжем столбики с накидом. В последний столбик провязываем 3 столбика. Давайте провяжем этот ряд самостоятельно и встретимся. Вот, подошли к концу ряда, провязали последние 3 столбика. 20 ряд у нас готов. Ниточку отрезаем. Далее у нас идут 4 ряда. 21, 22, 23 и 24. Они у нас будут повторять вот эти 3 ряда. Вот 3 ряда клеточки и 1 ряд сплошными столбиками. Это у нас 8, 9, 10 и 11 ряд. Сейчас мы их повторим. Провяжем 4 ряда. 3 ряда у нас будет клеточками и 4 ряд вот сплошными столбиками. Давайте провяжем их самостоятельно. И встретимся. Итак, мы с вами провязали 24 ряда. Вот всего. Так, какой у нас размер? Надо учесть, что она потом еще растянется, косыночка. Пока у нас вот 14,5, а по длине, ну, опять она тянется еще. Ну, 30 с небольшим сантиметров. Так. У нас нужно измерить обхват головы. Вот голова. Так, вот здесь хвостик. Косыночку мы будем носить. Вот так. Измеряем обхват головы. Здесь у нас будет завязываться косыночка на затылке. Вот. Но длину этой косынки нужно сделать все равно поменьше, чем обхват
на несколько сантиметров, чтобы узелок поместился. Ну и мы здесь будем же еще веревочку делать, можно и покороче косыночку. Вот. Так, ладно. Дальше прикрепляем ниточку, присоединяем с лицевой стороны. Я вот этот ряд сплошным столбиком провязала тоже другим цветом. Не знаю, камера передает. Оттенки немножко отличаются друг от друга. Это придает как-то такую изюминку нашей косыночке. Итак, присоединяем нитку к третьей воздушной петле подъема. Три воздушные петли и сюда же еще два столбика с накидом. Так, мы с вами вяжем 25-й ряд. Провязали 3 столбика, воздушная петля, накид, пропускаем 2 столбика. И в следующий вяжем 3 столбика с накидом. Одна воздушная петля. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В следующий 3 столбика. Воздушная петля. Пропускаем 3 столбика, в следующие 3 столбика. Воздушная петля. Так вяжем группы из 3 столбиков. 3 пропускаем в следующие группы. Доходим до уголочка верхнего. Давайте дойдем и встретимся. Подошли к верхнему уголку, провязали последнюю тройку столбиков, одна воздушная петля. Теперь в арку из 2 петель вяжем столбик с накидом, 2 воздушные, 1, 2. Сюда же в арку еще один столбик с накидом, 1 воздушная петля, пропускаем столбик первый и в следующий вяжем также 3 столбика с накидом. Воздушная петля, пропускаем 3 столбика, в следующий снова 3 столбика с накидом. Продолжаем вязать по второй стороне и встречаемся в конце ряда. Ну вот, обвязали до конца и вторую сторону. 25-й ряд у нас готов. Вяжем 26-й, 27-й и 28-й ряд таким же узором. Давайте начнем. 1, 2, 3. Разворачиваем. Сюда же еще 2 столбика с накидом. Воздушная петля. Теперь в арку провязываем 3 столбика с накидом, воздушная петля, в следующую арку 3 столбика с накидом, воздушная
воздушная. Так, вяжем до верхнего уголочка. Далее вот в эту арочку, в последнюю арку из одной воздушной петли также провяжем 3 столбика. Воздушная петля, а в арку из двух воздушных провязываем столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом. Далее воздушная петля, в следующую арку вяжем 3 столбика, воздушная петля, и так в каждую арку провязываем по 3 столбика с накидом. В последний столбик также 3 столбика с накидом. Давайте провяжем 26, 27 и 28 ряд самостоятельно. Вот еще 3 ряда мы сделаем и встретимся. Итак, мы с вами распрощались, когда вязали вот этот ряд, провязали 4 ряда. Потом я сделала еще 4 ряда вот таким же узором, как вот эти ряды. Потом у меня ряд арочек, он повторяет вот эти ряды. Потом идет ряд сплошных столбиков и снова сеточка вот из клеточек, как и вот эти ряды. Можно провязывать любой узор произвольно. Как его вязать, мы уже разобрали. Так, я провязала до нужной длины косыночку. Ее длина у меня получилась, сейчас померяем. Я прям ее по голове меряю. Так, так, так. Вот 53 сантиметра. Сейчас покажу, как она смотрится на мне. Как раз свое лицо покажу. Страшная. Как-то вот так выглядит эта косыночка. Я думаю, такой длины мне достаточно. Нам осталось сделать завязочки, тесемки. Слишком длинные мы их делать не будем. Я думаю, сантиметров 15 будет достаточно с каждой стороны, если мы вот так сделаем. Также узкие их не нужно делать. Так, что я, как я придумала. Значит, набираем цепочку 15 сантиметров, присоединяем к уголочку, обвязываем этот край столбиками без накида, доходим до этого уголка и продолжаем дальше цепочку из воздушных петель. Потом провязываем весь ряд полностью в каждую петельку. И здесь в каждый столбик провязываем по столбику с накидом. Доходим до другой стороны. И потом вяжем 2 ряда вот любым узором. Можно сделать сеточкой. Можно сделать вот такими бусинками. Можно сделать вот такими группами из 3 столбиков провязать. Можно сделать вот такой решеточкой. Так. И последний ряд также сделаем столбиками с накидом. Вот получится вот такая тесемка у нас, например, вот. Сколько тут рядов? 1, 2, 3, 4, 5 рядов. Также можно сделать ее разноцветной. Первый ряд столбиков с накидом сделать одним цветом, потом серединку сделать другим и снова ряд столбиков сделать таким же цветом или другим. Но это кому как больше нравится. Ну давайте сделаем такие тесемки, завязочки и встретимся. Мне кажется, я подробно объяснила, как я это буду делать. Ниточки я уже немножко вплела в край, поэтому потом кончики просто отрежу. Итак, я обвязала длинную сторону,
Сделала завязочки, все-таки решила сделать их поуже. Они состоят у меня из двух рядов. Первый ряд столбики с накидом, и второй ряд повторила вот эту кайму по двум другим сторонам, которые идет ряд узора. Здесь у меня столбики по 5 группы и одиночные столбики. У нас уже такой узор есть на косыночке. Так, видела, что я не сказала, как обвязывать вот этот край. В каждый столбик, когда мы обвязывали столбиками без накида, у нас здесь лежат столбики с накидом. И под каждый столбик я провязывала по 3 столбика без накида, чтобы была равномерная обвязка, не стягивала и не фалдила. Вот такие 2 завязочки получились. Очень красивая косыночка бандана. Мне она прям нравится. Смотрю на нее и радуюсь. Очень приятное сочетание цветов у меня получились. Нарядное и в то же время спокойное. Красота. И еще не знаю, может быть, довяжу еще пару рядов на завязочку, но это посмотрю. Сейчас немножко пустим ее в оборот, поношу ее, посмотрю, удобно или неудобно, и, может быть, все-таки довяжу еще 2 ряда, сделаю пошире вот эту кайму. Но пока она тоненькая, мне как-то она больше так даже нравится. Ну или довяжу еще 2 ряда, посмотрю. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!